Улица Вяткина завтра, 29 июня, будет закрыта для проезда. Движение на участке от перекрестка проспекта Ленина, улица Вяткина до проезда к Республиканскому дому культуры имени Кадышева с 8 утра до 20 часов вечера будет перекрыто. Здесь выявлена протечка магистрального водовода. Необходимо вскрыть дорожное полотно. Устранять проблему будут рабочие водоканала. О времени отключения холодной воды жителей жилых домов, попадающих в район ремонта, уведомят управляющие компании. Светофоры на несколько часов отключат на перекрестке Перятинская-Ломоносова. Неудобство будет временным с 9 утра до 12 дня 1 июля. Мера необходимая, связана с расширением проезжей части. Рабочие перенесут ящик управления светового регулировщика за пределы дороги. В это время будет затруднено движение на перекрестке. Водителям следует продумать свой маршрут. Соревнования по армейскому силовому комплексу завтра пройдут в Черногорске. Развернутся они на площадке у спорткомплекса «Дружина». К участию приглашаются все желающие. Придется подтягиваться, отжиматься на брусьях, работать с 24-килограммовой гирей в рывке. И главное, все упражнения будут выполняться в бронежилете весом 13 килограммов. Состязания проводят в рамках проекта Народного фронта «Тренер», и они посвящены подвигу наших бойцов в зоне СВО. Начало соревнований в 12 часов. Сибирский козерог засветился в фотоловушке. Обладатель увесистых рогов заинтересовался маркировочной точкой, где изучил оставленные, возможно, своими соперниками запахи, а после позировал на объектив рабочим профилем.